вітаю вас на каві. Коли, як не у новорічно-різдвяні свята, очікувати на візит Янгола. Але щоб от він точно прийшов, треба про це домовитись із Янголовою мамою. І саме з такою я вас сьогодні познайомлю. Тим більше, що живе вона у Сумах і звати її Аня Черненко. Анічко, вітаю! Янголова мама. Я от так сказала, це правда, неправда, тебе так називають чи не називають, а по факту, що так? Да, так і називають. І назвали його де два назад, назвали з легкою такою руки Паши Парфінтєва. В газеті «Панорама» написав інтерв'ю обо мені небольшое і назвав ангелом мамою. Мама ангела. А тепер пояснюємо, чому мама ангелів. Тому що у Ані Черненко дуже багато янголів намальованих, яких вона малює, ну фактично народжує. Анічко, скільки в тебе вже таких? Я не скажу навіть у колекції, у родині. Скільки в тебе таких дітей у родині? Наверно, 350, може чуть більше. Ти дуже багатодітна мама. Да, да. 350 картин вже точно є. А який був найперший? Найперший ти пам'ятаєш? Так, да, ну, звісно. Самий перший ангел був ангел ночного міста. Він був виконаний в глибочному такому стилі. І найлюбіший він. Висит у меня на стеночке, греет меня. Да, это был первый ангел. Анечка, и знову у муниципальной галереи твоя выставка. Да, как традиция. И знову новорічно різдвяні свята и выставка Ани Черненко. Це вже дійсно традиція. Це вже яка за рахунком? Така якраз перед Новим роком відкривається. Дев'ята виставка. І дев'ята перед Новим роком? Нет. Но были еще летние выставки, были такие промежуточные. Я помню, ну, по крайней мере, последних три. Окружение, по-моему, то есть буковка О с восклицательным знаком, кружение. То есть не в окружении попали, да, кружение, а может и в окружении этих ангелов. Да, вторая называлась, «Путешествие по-моему. В страну А». Снежные ангелы, опять же таки нежные, там с большой буквы. Да, нежные были. Да, снежные. Да, да. И вот последняя, это как называется? То, что тихо вот касаюсь. Тихо касаюсь души. Почему тихо касаюсь души? Что там? Что там с душой опять? Нет, ну время-то какое тревожное. Только поэтому. Поэтому ангелы любят тишину. И любят спокойствие, тишину. И очень хочется, вот когда ты заходишь в церковь, разговариваешь с Богом, ты хочешь тишины, ты хочешь остаться наедине с Ним. Так же и с ангелами. Вот, все время... Аня, ты знаешь, я была на выставке, я вот этой тревожности не уловила. Я плохо смотрела, да. Я бегом залетела туда, наверное. А где там просматривается? Тревожность заключается во мне, потому что когда начинаешь работать, ты садишься совершенно с другой эмоцией. Ты садишься, ну, каждый раз за работу, я не могу сказать, что это вот радостное ощущение, что вот сейчас я сяду и нарисую какого-нибудь вот такого вот ангелочка, и меня он порадует. Все время вкладываешь какую-то очень, очень разную такую вот, разную свою эмоцию и свое отношение такое очень, ну, неуловимое. Даже не могу сказать, насколько это все тонко. В 2014 году вот какие ангелы родились? Ты обычно даешь им имена. Ты говоришь там вот первый, да, ангел ночного города. Были там ангелы и домашнего варенья, и ангелы кухни там и так далее. Ну, я, может, не точно их называю просто. А вот 2014 год, если ты говоришь, что с такой тревогой, с такими вот эмоциями ты их рисовала, так они к тебе приходили. Какие приходили ангелы? Вот ты думаешь о том, что происходит с твоей страной. Ты переживаешь. В конце концов, надо сказать правду, да, у нас сейчас война. И мы живем все время в состоянии войны. Ты садишься с этой тревогой рисовать, а получается, деревья говорят о любви. Я не знаю, как это получается. Да, это украинская тематика, да, там ангелы одеты в вышиванки. Но хочется видеть свою родину, да, вот цветущей, красивой, да, живой, настоящей. Это намного, да, вот больше такой в работах в этой выставке, да. Именно, действительно. Это да. Хорошо, да, что подсказал. Вот надо художнику, наверное, рассказывать, что он имел в виду, когда он рисовал того или другого ангела.
Насколько я тебя знаю, насколько мы с тобой общались, вот первая выставка, самая-самая-самая первая, «Коломенские мотивы», да? Да, она была в Днепропетровске. Она была совершенно не ангельская. Не-не-не. Абсолютно, это было все совершенно по-другому. Акварельная работа, бы, да. Серьезная, взрослая, назовем так, да? Взрослая. И вот как-то ты сказала, что вот так я больше никогда не писала. Да, это было какое-то очень вдохновение такое. Ну, естественный вопрос, почему? И когда-нибудь ты надеешься на то, что будет еще такой вот период? Или ты думаешь, что не-не-не, это все прошло и закрылось? Ну, как любой художник это ремесленник. У тебя набивается рука. Когда ты работаешь с чем-то, первый блин всегда комом. Вот есть же такая поговорка, даже на кухне. А когда ты рисуешь, вот ты берешься и думаешь, вот сейчас я сяду перед холстом и нарисую там шедевр, никогда не получится. Для того, чтобы это все произошло, нужно наработать, ну, проработать, я не знаю, какое количество этих холстов, чтобы что-то получилось. А тогда эта выставка состоялась, я училась в институте, у нас была живописная практика. Мы перерисовали огромное количество работ, и благодаря этой живописной практике вот там 10-15 работ были отобраны на выставку. Вот, но больше вот, тебя нет, в эту тематику не тянет. Это были акварели, это были циркушки, все, что там вот связано с Коломной. Да, это было нечто другое. Я рисую акварели, то есть я не могу сказать, что я отказалась, все равно руки тянутся. Но сейчас немножко по-другому. Сейчас больше хочется декорировать, не знаю почему. Вот какие-то, вот, начинаешь делать иллюстрацию, и иллюстрации декорируешь. То есть ты сейчас себя ощущаешь больше даже декоратором, конечно, иллюстратором, да, где-то вот так вот, да? Наверное, складывается, все сложилось. Сложилось и иллюстратор, и архитектор все вместе, и получился декоратор. Причем архитектор, она на работе официально, иллюстратор вместе с декоратором. Уже дома иллюстрирует свои собственные книги еще красивым образом. Аня, про все по порядку. Архитектор, ну как у тебя на это времени хватает? И не хотелось ли, ну, как-то больше чему-то одному внимание уделять, там, забросить архитектуру, я знаю, заняться непосредственно большей частью ангелами. Ну да, есть же такая поговорка тоже, что каждые 10 лет нужно менять работу. То есть это ангелам уже 10 лет, как ты их рисуешь? Нет, с 2010 года. То есть, вот, им еще, да, никак. Они еще никак. Ремесленник только вошел, так сказать, во вкус. Да, вошел. Нет, но архитектура тоже, ты всегда чувствуешь, ты видишь. Я очень люблю путешествовать, вот не просто как какие-то уголочки природы, а чтобы обязательно были элементы архитектуры. Какие-то соборы, улочки. Мне очень нравится, когда есть такое пересечение природы и архитектуры. Это новая тема. Пора переходить на ангельско-международный уровень. Да, может быть. С элементами какими-то архитектурными, возможно. Да, все может быть. Ты сказала, каждый художник, он ремесленник, в том числе. Раньше ты говорила, что ты оригиналы свои, то есть самая первая работа, ангел, который только-только появился и родился, ты их не продаешь. Это у тебя домашняя коллекция, они дома у тебя собираются, и они никуда не уходят. А как бы копии, да, ты можешь там презентовать, скажем так, дарить, продавать и так далее и тому подобное. Да. Сейчас, когда уровень твоего мастерства вырос? Или, возможно, ты переросла какие-то там первые свои работы? Сейчас как ты поступаешь со своими работами? Ну, как любой человек, вырастает из старых вещей. Так вот и сейчас происходит. Ну, выросла из первых ангелов. Да, нет, есть, конечно, очень любимые, они остаются, а уже начала продавать оригиналы. Мама, мачуха просто. Начала продавать оригиналы, уже многие оригиналы уехали в Киев, в Израиль. За границу, вот, да, я уже продаю, вот, из старой выставки, ну, иногда из новой, если просят. А сильно просят? Случается? Пока не очень, да, даже? Вот, пока не очень, ну, наверное, просто как бы не растиражировано так, не По поводу тиражирования, вот сколько мы с тобой обсуждаем уже то, что, Анечка, может, у тебя будет каталог, чтобы посмотреть, какие работы у тебя есть? Что тормозит этот процесс? Нет, этот процесс ничего, в принципе, не тормозит. Время. Не хватает времени.
не хватает заняться, не хватает рук, потому что тянешь, как бы две уже профессии тянешь, еще нужно попытаться это все в электронном виде все собрать, объединить, сделать сайт. Изначально сфотографировать. Нет, все это есть уже как бы какими-то кусочками, но нужно время, чтобы этим всем заняться. У меня пока не получается. Вот. Ну, я думаю над этим. Да, я усиленно над этим думаю. А по поводу копий, да, уже был такой разговор, и многие меня по этому поводу спрашивают. Я совершенно спокойно к этому отношусь. Я сама... То есть тебя копируют? Нет. Я имею в виду, что я продаю с оригиналов своих работ, продаю маленькие копии. Я рассказывала уже не раз и журналистам, давала интервью, рассказывала эту историю о том, что когда в Праге я зашла в маленькую картинную галерею и увидела акварельную работу, которая стоила порядка $1000, я себе позволить это не могла, а унести хотелось с собой какой-то кусочек удивительной акварели, то я увидела копии с этой работы, которые стоили на порядок ниже. И купила маленькие копии. Они до сих пор висят у меня на стенке и радуют. И проходя мимо, я никогда не думаю, что это копия. Она меня просто радует. Это мой кусочек Праги. Точно так, какой-то кусочек Парижа, Барселоны, еще чего-то, Венеции. Вот. Я думаю, что когда человек покупает маленькую копию, вешает где-то тихонечко там в уголочке возле компьютера и работая вечером, когда устают глаза от экрана, переключается на картинку с ангелом, наступает какое-то облегчение. Вот мне кажется, ангела ты сама смотришь, чтобы так облегчение наступило. Ну, если не считать того, которого ты рисуешь в нынешний момент, ну ты устала. Ну, правда, ты сама мне сказала, мама ангелов. Как мама смотрит, если многодетная мама смотрит на своих детей. Она всех попробуй любит... упомни 350 да, штук. Она всех их любит понемножечку, каждого. То есть, вот, а под какое определенное... настроение у тебя, какое ангел? Ой, сложно сказать. Я не могу так сказать. У меня все стены в ангелах. В картинах, да. В картинах. И просто вот глаза отдыхают, когда смотришь, и тебе хорошо. Ангельская обитель. С каким ангелом ты не расстанешься ни за что в жизни? Наверное, тот ангел, который... был тоже в числе первых ангелов. Мое солнышко называется. Вот. Ну, это просто был как мой знак. Это с Божьей коровкой? С Божьей коровкой, да. Уже все ассоциируют его, если где-то видят в открытках или в визитках моих. Это визитка, да, не чернинка. Да, это уже как, такой как значок твой. Наверное, да, вот с ним и, наверное, самым первым. То есть это сложно. Он был первый, он был неуклюжий, он был такой вот еще не совсем прописанный, но... И у этой Божьей коровки там с лапками не все нормально, да, с их количеством. Да, с их количеством. Она должна была быть вообще на колесах. Да. То есть все вместо ножек колесики, но так получилось. Ну, вот насколько я помню, ты рассказывала, что кто-то к тебе подошел из знающих людей, которые знают точно, сколько у Божьей коровки должно быть лапок. И сказал, что не-не-не-не-не, совсем неправда. Да, но я же сказала, я же волшебница. А это волшебная Божья коровка. Поэтому ей можно. Да, можно. Аня, а по поводу критики, так если серьезно, критикуют или нет? Ну вот я сколько смотрела в отзывах, отзывы все хорошие, замечательные, теплые, нежные. Ну, собственно говоря, как и твои работы. А критика как с критикой? Конечно. Ну, а куда же ты денешься? Конечно. И кто в первую очередь? Вот. Прямо сейчас на экран и сказала. Нет, ну, как-то, знаешь, коллеги, там, может, друзья. Нет, все может быть. Может даже человек подойти на выставке, что-нибудь сказать, там, вот, свое мнение, но это мнение может расходиться с моим мнением и быть даже не всегда приятным, но... Ну, что ты сделаешь, то есть, да. Самое обескураживающее замечание по поводу, ну, какой-то из работ. Нет, мне не хочется в эту сторону совершенно. Вообще нет. Никакого. Да, да, да. Я просто стараюсь. Я не сказала обидное там или, ну, сильно критичное, а просто то, которое и не знала, что сказать. Ну, есть, да, есть же такое даже высказывание. Все мы ангелы, но не всем нравится шелест наших крыльев. То есть, да, поэтому... Машите крыльями потише. Да, потише, да.
Анечка, а бывает такое, что, ну, коллеги, возможно, рекомендуют: Аня, ну ты это переросла, вот, вот эти ангелы, займись чем-то взрослым, как мы с тобой говорили, да, про коломенские мочи. Может, смени тематику там и так далее. Вот такие замечания звучат? Конечно, конечно. Очень часто не только коллеги, и близкие, и просто вот люди, которые хотят добрым словом помочь, очень часто мне предлагают разные темы, вариации, а вот попробуйте и так, да, я все слушаю, все впитываю, но мое время еще не пришло, пока месть они у меня внутри. 10 лет еще не закончились. Да, они внутри, они живут, я не знаю, может быть, на следующий год это будут уже не ангелы, я не могу утверждать, то есть это невозможно, это художник, ты не знаешь, что внутри тебя сейчас сработает, ты когда садишься рисовать, ты даже не знаешь, что сейчас будет. То есть они как они приходят вообще? Сказочно. По ночам в основном? Нет, они, сложно сказать, я не могу даже рассказать. Это не то, что ты ходил, придумал. Все время есть какой-то блокнот, в который ты делаешь какие-то наброски. Вот на сегодняшний день ты сидишь там, смотришь телевизор, и что-то рука рисует. А потом смотришь и понимаешь, ой-ой-ой, а если дорисовать вот это, может быть, вот такая тема. Или там едешь в маршрутке, что-то увидел, что-то тебе понравилось из окна, да, вот ты там увидел елку украшенную, и казалось, что а почему бы нет, там из-за елки может кто-то выглядывать, или там какие-то ассоциации. И сразу у тебя возникает идея, да. Анечка, ну это светлые силы, да. Но все равно потусторонние, как бы ангелочки. А с той стороны и другие заходят периодически или нет? Ну мало ли, ну не всегда же хорошее настроение, ну не всегда же все отлично и замечательно. Иногда просто зверинчику с утра хлебнул и хочется совсем не ангела нарисовать. Бывает такое или нет? Ой, бывает, конечно, но сам себе всегда говоришь, есть два типа людей. Один человек катит, другой руками. А другой бежит рядом и кричит о том, что сейчас камень может упасть, да, там и говорит о том, что отойди в сторону, чтобы камень тебя не задавил и не наехал на тебя. Ты каждый раз думаешь о том, к какому типу себя сейчас отнести. Катить этот камень и докатить до какого-то определенного этапа, чтобы потом передохнуть, то есть сделать какой-то кусок работы. Это труд. Я все время говорю, это не только вот такое вот легкое отношение, что ты сейчас сел, вот кисточка. Так и не сказала, да. Приходит вот этот, который говорит, и мысленно щелкнул хвостом. Да, ну и мысленно щелкнул хвостом, ты иногда думаешь о том, что да, может быть, их где-то они и бывают. Такие вот, да, эмоции. Садишься и думаешь, вот сейчас там, ух, нарисую, я сейчас нарисую, да, а все равно получается, деточка, как ты себя не крути, от себя не убежишь. Анечка, как ты с деточками общаешься? Они тебе помогают дома по хозяйству? Ой, да, ну, моя деточка далеко, она в Днепропетровске, да. А вообще у меня в этом году был уникальный такой шанс попробовать поработать с детьми. У меня было несколько мастер-классов с детьми. Проводила мастер-классы, и мы рисовали. Это было потрясающе. Вот если для меня это опыт. Я просто растворялась. Я никогда не думала, что так это интересно и увлекательно. Вот расскажу одну историю, потому что эта история меня до сих пор, вот она во мне живет, и я не могу. Этот мальчик не выходит у меня из головы. Рисовали, большое количество детей было, и мы рисовали разных рыб. У нас были и рыба-леди, и рыба-джентльмен, и рыба-пила, и рыба-поцелуйчик, и, в общем, всякие разные рыбы, даже рыба-божья коровка, все, какие угодно рыбы. И когда дети сдавали листочки, вот они... Там после всего этого мы решили организовать выставку. Это все проходило в магазине «Книголюб», и они устроили такую выставку детских рисунков. Один мальчишка сидел, очень смешной, ушастик такой, Гарри Поттер в очках, и все время задавал вопросы, тянул руку и задавал вопросы. Когда он мне сдал листик, я думала, я вообще ничего не поняла. Был просто голубой листик, нарисована клетка с открытой дверцей и ничего больше. Я говорю, что это? А он мне говорит, рыба бельбидос уплыла.
Вот как после этого ты меня спрашиваешь про мою фантазию? Я просто умерла. От счастья я стояла... Мне захотелось только спросить, почему бельбидос? Мне захотелось вообще продолжить уроки в частном порядке и взять уроки у него теперь. А нет, ты вообще для кого рисуешь ангелов? Для взрослых или для детей? Да, я все время говорю о том, что у меня контингент дети от 0 до 100 лет. Я не разделяю взрослых и детей. И на сегодняшний день я даже не провожу какой-то разницы. Когда ты видишь взрослого человека, ты видишь в нем ребенка все время. Потому что как взрослые радуются радуге? Видела когда-нибудь, когда взрослый видит радугу? Или как взрослые радуются первому снегу? В них просыпаются дети, вот эти мальчишки, ушанка. Я подумала, как я радуюсь первому снегу и радуюсь. Как радуешься цветам, как радуешься чему-то новому. То есть вот сразу просыпается ребенок. И взрослые так же, как, наверное, даже больше, чем дети, требуют внимания, заботы, сказок на ночь, шоколада. Вот. А к детям у меня совершенное отношение вот на равных. Потому что я понимаю, что они хотят быть взрослыми вот где-то. И мы на равных общаемся, не сюсюкаем. Нет, мы стараемся разговаривать на серьезные темы. Вот, если слушай, ну книжки-то твои для детей. Книжки для детей. Первая была, по-моему, «Счастье в горошек», и там были просто твои работы. Да, работы и небольшие комментарии такие. Ну, красками тут как бы все понятно. Это все-таки для деток. Даже если кто-то втихаря из взрослых это раскрашивает, это все равно для деток. А вот с путешествием в страну А немножко все сложнее. Ты решила расписать про своих ангелов, что из них каждый значит, да? Да, да, да. Мне в этом помогла Юля Кулиш, наша сумская сумчанка девочка. Она журналистка, сейчас живет в Киеве и работает. Это свеженькая, 2014 года книжка. И что меня сильно порадовало, она вошла в десятку лучших книжек детской литературы 2014 года. Ангели різні на світі бувають. Зимовий ангел надзвичайно рад, якщо починається снігопад. Є ангел, що перисті хмари на небо пускає. Весь рік ангел міста допомагає усім, щоб крапелька сонця потрапила в кожен дім. Ангел-кулінар здобрає світло, готує любов. Ангел-прогулянок завжди радів спробувати щастя різних сортів. Треба вірити і чекати, що ангел прийде до нашої хати. Повен щастя, мрій, таємниць. Я тебя поздравляю, книжка замечательная, действительно. Тут, вот ты тут проявилась как иллюстратор, хотя, собственно говоря, это основа всех этих книжек. То есть все случилось наоборот. Сначала были ангелы, картины, я так понимаю. Сначала были картины, а потом к ним написали такие небольшие истории. То есть были такие наметки, и они как-то легли таким белым стихом. Вот я сразу про Новый год прочла, вот мне сразу интересно так было. Этого ангела мучил один вопрос, откуда приходит к нам Новый год? Ну никак у него узнать не получается, с чего же все начинается. В этот раз ангел решил не оплошать и хорошенько его поискать. Где же он прячется и таится, чтобы с боем куранта вдруг появиться? Зная, что время уже подходит, ангел кругами елку обходит. Ну, я так думаю, что корректировали вы это очень долго. Нет, вот, ну, тексты были разные, просто под картинку было несколько вариантов текста. Нужно было выбрать и уже скорректировать. Корректировали, да, с редактором, с Кинским. Но я рада, что получилось. Предложения ждут от тебя? Не знаю, пока месть вот... Не заказывают, да? Нет, спрашивают люди, да, люди спрашивают. Но сейчас были какие-то наметки, но сейчас пока вот... Все сложно созданием книжек, да. А в принципе, сама ты как вот ложится на душу, не ложится? То есть ты готова продолжать дальше? Да, вот мне бы очень хотелось. Мне бы очень хотелось. И не только такие книжки, а проиллюстрировать какого-нибудь автора, так, чтобы мы совпали. Потому что очень часто те предложения, которые приходят, вот, ну, не совсем мое. Я просто понимаю, что мне будет сложно. И не потому, что автор плохой, мы просто не совпадаем. А здесь у нас с Юлей было совпадение, конечно. А что в проекте?
проекте? Можно поинтересоваться? Ты про проекты вообще рассказываешь? Нет, про планы? Вот самое интересное, что я не рассказываю про свои планы, потому что... Тьфу-тьфу-тьфу. Расскажи про планы путешествия. Я знаю, что хотя у тебя очень мало времени, потому что, ну, ангелы постоянно рождаются, многодетная мама-то, извините, времени постоянно нету, да, и при всем при этом ты успеваешь работать, рисовать, рожать ангелов и путешествовать, и все, еще ко всему прочему. Ну, может, ты на Новый год куда-то собираешься? Нет, на Новый год остаемся здесь, да-да. А вообще у меня бабушка еще моя говорила, что в жизни человек не должен себе отказывать в трех вещах. Фрукты, путешествия и творчество. В таком порядке или все-таки в обратном? Можно и в обратном, да. Но для меня просто и остается и творчество, и путешествие, и фрукты. И где ты мечтаешь побывать? Ну, вот такое желание на 2015 год уже. Ой, мне очень хочется еще побывать в каких-то северных странах. В Норвегии, Финляндии. Вот мне очень хотелось это все посмотреть еще и туда. Я очень люблю Европу. Вот, не знаю, очень мне нравится. Анечка, ангельские пожелания к Новому году. Ну, не могу я тебя об этом не спросить просто-напросто, как маму ангелов. Да. Наверное, верить во все удивительное, чтобы жизнь складывалась чудесатой. Вот. Мне очень хочется, чтобы у нас наступил мир. Самое главное. Мне очень хочется, чтобы мы больше творили, больше радовались, рожали больше детей, не только ангелов. Вот. Чтобы в каждой семье было тепло и уютно. Люди, чтобы не огорчались и больше улыбались. И как-то, я не знаю, мне очень хочется, чтобы мы немножко все изменились. Стали более открытые, более чистые и светлые. Вот. Я всем желаю море любви. Мне кажется, любовь всех спасет. Спасет мир. И Аня Черненко нам регулярно в этом помогает своими ангелами. Мой ребенок поет это как рэп. То есть он читает эту, как рэп читает эту сказку. А Сонюшка, Янина дочка, она читала себе на ночь, она пела, как песенки колыбельные. Сама себя убаюкивая, читала книжку и напевала с каждую сказку. Когда я ее сочиняли, мы сказки, я точно так шла из каждой мелодии, придумывала себе вот какую-то концовку. Мне казалось, что что-то надо ее запеть как-то, эту сказку. Не просто рассказать, а еще и спеть.